наше государство. Никем не признано, вообще ничего. Мы кто вообще такие? Мы не Украина, не Россия. Кто мы такие? Почему? А законы каждый день придумывают. Товар везет контрабанды. Да что это? Им делать там нечего. Они сидят там под кондиционерами. И законы там все новые придумывают. Да, кто издает эти законы? Да кто издает эти законы? Ни Россия, ни Украина. А законы непонятно. Украина плохая, те плохие, одни мы хорошие. Мне 58 лет, я контрабандистка. А че они тогда выезжают на Украину и одеваются там? Они на бронированном войне. Ужас какой-то. Опять же, понимаете, это значит люди, а мы не люди. Как это понять? Это разделение уже идет труда. Почему он там сейчас сидит? Кто вообще его выбирал? Одному отстегнуть, чтобы быстрее меня пропустили. Один отстегнет, другой отстегнет. Это не коррупция, это коррупция натуральная. Мы были в Украине, правильно? В Украине, в государстве были. Единый патент был. Один раз в год отчитывались, один раз в год. Заплатили, имели документы, и всех все устраивало. Больше я ничего не хочу говорить. Хорошо, я ставка вас устроит? То есть какую бы вы хотели? А это пусть они решают. Такая, как была на Украине. Что это так оно получается, что вот там это... людям ничего, нормально живут, а тут должны горячиться. И по какому поводу штрафные санкции? Скажи, в Украине сделали мораторий на 3